жителей, Яхабанович – это продолжатель вот той линии психологического русского театра, глубоко психологического русского театра, с постоянной труппой и в то же время ярко метафористического театра. Потому что их постановок, их Яхабанович, они растворяются в актере. Знаете, но актер четко понимает, как и что он должен делать. То есть рука режиссера есть, но она так незаметна через актера. Через актера. Это очень тоже важно и характерно, особенно для этого театра. И вот это мы и хотели показать как можно больше чьих актерских лиц, эмоций. На этой выставке присутствует сам Яхабанович со своими высказываниями. И в театральном процессе, и в репетиционном процессе, и вообще размышления о жизни. Вот я бы сказала, что вы говорите, в чем ключик, да? Ключик все-таки в размышлениях и в самом состоянии духа, прежде всего, режиссера. Это очень важно. Мы хотели, вот, так сказать, чтобы его было очень много.